Спасибо. До свидания. Добрый вечер. Изабель пропала 22 марта 1996 года. Совместное производство Сине ТВ, Крав Норпа де Кале, АТ Продуксьон, РТБФ Бельгийское телевидение. При участии Франс 3, ТВ 5 Монт, Трисьем Рю. При участии Крав Норпа де Кале. Фильм Эрве Адмара. В главной роли Жак Гамблен. Автор сценария Эрве Адмар Марк Эрпу. Композитор Эрик де Марсан. Продюсеры Фабьен Серван Шрайбер и Жан-Пьер Файе. Режиссер Эрве Адмар. Забытые девушки. На этой дискотеке в 96-м друзья видели малышку Изабель в последний раз. Обожаю фокусы. Надо бы научиться к свадьбе. Когда женитесь? Не знаю. Скоро. Часто сюда приходите? Поначалу приходил, когда нашли ее одежду. Держите. Взять еще одну? Нет, я вам показываю. Хотите каждый раз давать маху? Нет. Центральная тюрьма. Скажите это ее родителям. Что? Что, по-вашему, их дочь убил не Герран? Месье Мартель, бесполезно здесь оставаться. Я хочу видеть этого негодяя, Жанвье. Хочу, чтобы он сказал мне, где моя дочь. Меня кое-что смущает. Я думал, что в прессе не сообщалось об истории с Богородицей в одежде. Ну и что? Если ее подложил Герран, он непременно тот, кого вы ищете 15 лет. Не обязательно. Наличие статуэтки может означать другое, что Герран знал того, на чьей совести первые 6 жертв. Он знает, кто он, как он действует. Я вам все рассказал. И уже говорил на днях. Анна, Катрин, Изабель и все остальные — это все я, и я этим горжусь. Герран, скажи ему. Почему ты не оставил на этот раз в одежде ту же статуэтку? Если ту же, значит, Богородица. Те были фарфоровые. Та, что ты оставил в одежде Сильви Требур из гипса. Ну и что? Фарфоровых у меня не осталось. За 15 лет, Герран, у меня не было ни одной конкретной улики. В течение нескольких дней все меня приводит к тебе. Почему? Как зовут того, кто тебя надоумил? Кто убил 6 остальных? Скажи мне, кто их убил? Это я. Я один. Никто меня не надоумил. Если ты, то где трупы?
Если бы не знал вас, Жанвье, то мог бы подумать, что вы предпочли бы, чтобы трупы не нашлись. Прекращайте. Останавливайте все это. Это дерьмо никогда нам не скажет, где они. Трупы ничего не доказывают. Он мог их перенести в другое место. Со временем они стали такими близкими. Я знаю их семьи, их друзей. Знаю, что они делали воскресными вечерами. Знаю даже, что они ели на завтрак. И что? А то, что Сильви Трибур не соответствует профилю забытых. Сильви Трибур не была девственницей. Мы нашли объявление. Сильви занималась проституцией. Знаю. Дюкур это повсюду повторяет. Может, предпочтения Герана изменились? Нет, тому, кого ищу, нужны только нетронутые девственницы. Значит, он не знал, чем она занималась. Нет, он наводит справки и делает это задолго до преступления. Геран убил Сильви Трибур, но не остальных. Геран, который копирует преступление другого, того, кого он знает. Между нами. Вы сами в это верите? Дайте оценку по 10-бальной шкале. Ну же, 9,5. Чего конкретно вы от меня ждете? У моего начальства есть идеальный виновный, человек, который признался. Герман захочет побыстрее закрыть дело. Мне нужна ваша поддержка, Гальбер. Надавите. Пока не нашли тела, надо продолжать. Если вы правы, настоящий виновный разгуливает на свободе. Он, по-вашему, воспользуется арестом Герана и прекратит убивать? Не знаю. Папа. Я найду их.
Я потерял ключи. Когда-нибудь ты голову потеряешь. Мама еще не вернулась? Что? Еще не вернулась? Не знаю, она в Марселе. Да, но когда она возвращается? Не знаю, в пятницу? Нет, в четверг. Тебе не надоело, что ее здесь никогда не бывает? Ладно, Карл. Может, пиццу закажем? Сожалею по поводу ваших ключей. Не страшно, где-нибудь найдутся. Скажите, Жанвье, почему он отказывается говорить, где трупы? Не знаю. Розе лучше? То лучше, то хуже. Она с ареста не находит себе места. Время лечит, нет? Точно, время лечит. Жанвье, вы видели Дюкура? Да. Он мне понадобится со следующей недели. Мне тоже. Я видел утром Гальбера. Приведите мне веские доводы, почему двое моих людей должны гоняться за убийцей, который уже за решеткой. Судья Гальбер желает, чтобы мы продолжали расследование, пока не найдут тело. Я какой подчиняюсь приказам?
Он был довольно скрытен. Жил один. Да, я иногда замечала его, когда он уезжал на своем такси. Только здравствуйте, до свидания, и все. К Герону никто никогда не приходил. Никогда? Мне так скучно, что я всю жизнь провожу у окна. Соседи заменяют мне телевизор. Так что если я вам говорю, что к нему никто никогда не приходил, можете мне верить. Единственное, что он делал, рано утром уезжал на такси и возвращался поздно вечером. Вот и все. И вы никогда не замечали ничего необычного? Нет. Тупица. Здравствуйте, мсье. Привет. Привет. Как дела? Добрый вечер. Каро. Я нашел свои ключи. Мы собирались посмотреть кино, а тебе мама оставила сообщение на автоответчике. Ее поезд опаздывает. Она приедет ночью. Хорошо. Ты не забыл? Что? Что Клара дома. Нет, конечно, нет. Вы что, не слышали? Анекдот просто никакой. Никакой, но он вас рассмешил. Это ты нас рассмешил. Спасибо. За что? Родители говорят, что я похожа на пропавших девочек. Они не очень хотели, чтобы я выходила. Но теперь, когда вы нашли того, кто это сделал, все будет по-другому. Ждешь кого-то? Нет. А ты? Нет. Вот увидите, я хорошо поработал. А вон? Вот как. Я бы выпил кофе, если у вас есть свежий. Спасибо. Так, девушки, показываю вам карту, вы ее запоминаете.
Да. Пожалуйста, пожалуйста, мсье. Спасибо. Сейчас я перетасую, а ты, Клара, ее вытащишь. Хорошо. Я тасую, а ты мне говоришь стоп. Стоп. И вот. Да, отлично. А сейчас, девушки, немного внимания. Я размножу бубновые десятки. Вот так. Здесь были только бубновые десятки. Браво! Итак, я встречался с типом, который занимался его бухгалтерией. Немного запутано, но ладно. В итоге он нашел то, что вам нужно. Ведомости по такси Герана за последние 10 лет. Прекрасно. Что конкретно вы надеетесь найти? Геран знает того, кого ищу. Я видела в газетах, что он признался в убийстве. Не забыла выходных 23-го? Нет. Нет, вы могли хотя бы... Больше продуктов не было. Кто-то приходил обедать? Клара. Я ходил к отцу. Это хорошо. Не знаю. Он тебя узнал? Не думаю. Вчера моя девочка. Здравствуй, Клара. Здравствуйте. Семья. Ты хорошо играешь. Здорово. Я иногда хожу с Каро на занятия. Это она привела мне желание этим заниматься. Вы с ней давно знакомы? Да, довольно давно. Мы с тобой уже пересекались? Не помню, чтобы я тебя видел. С ней. Думаю, увидели. Передай спасибо родителям за то, что приняли в тот раз Каролин. Хорошо. Двадцать два сто восемнадцать. Простите, месье, я ищу улицу Виолет, дом Мартенов. Туда? Скажите, это что, шутка? Простите? Это не шутка? Вы меня спрашивали 10 минут назад.
родился в детдоме, у нас он появился в возрасте 13 лет. Мы поговорили с ним об этом, когда ему было 16, он захотел оставить фамилию Геран. Разумеется, мы с ним согласились. Он пытался что-нибудь выяснить о своих биологических родителях. Он знал все, что ему нужно было знать. Его мама умерла, когда ему было 4 года, а кто его отец, мы так и не узнали. Так и не узнали. А каким подростком был Ролан Герран? Вы знаете, такие дети, как Ролан, неизбежно относятся к трудным. Я говорю дети, но в 13 лет это уже почти мужчины. Мы сделали все, что смогли. Мы подарили ему всю любовь, на которую были способны. Он любил мотоциклы? Он мог говорить о них часами. У него были подружки? Это я пристроила его к Мартенам. Я была членом ассоциации «Один ребенок, одна семья», стала быть, занималась пристраиванием детей. Я до сих пор, спустя столько времени, помню Ролана Герана. Он не любил кошек. У его матери был кот, он ненавидел его так же, как ненавидел свою мать. У него были друзья в детдоме? Да, разумеется, товарищи. А его настоящую мать, вы помните? Пирожное не хотите? Да. Вы знаете, мать запирала его в шкафу с котом, повешенным за хвост. Вы представляете себе 2-3-летнего ребенка? С животными, которые орут, царапаются. Я знаю, что он сделал, и не оправдываю его. Но, видите ли, никто не рождается монстром. Прежде чем стать насильником и убийцей, Ролан Герран был мальчишкой. Просто мальчишкой. Понятно, что встретиться с ними спустя 15 лет немного странно. Странно? Я странный? Определенно странный. Не знаю, так все говорят. Так, Герран знает того, кого я ищу. Меня сейчас интересуют те квитанции, которые относятся к периоду, когда была убита Сильви Требур. 2 адреса повторяются часто. Адрес Сержа Перро и еще чаще Патрика Мутье. Себя представляет? Ничего особенного. Вон там парень с блондинкой. Перед ними парень в очках. Давайте, я вас слушаю, только быстро. Да, месье Мутье. Вы знакомы с Роланом Герраном? Да, знаком, как и все, кто пользовался его услугами. И сразу скажу, что был знаком и с Сильви Требур. Как вы с ним встретились? Сильви? У друга? У Сержа Перро? Возможно. Она часто к вам приезжала? Каждый раз, когда хотела. Она же была совершеннолетней, разве нет? Вы были клиентом? А что, это запрещено? Организовывать дома вечеринки с клубничкой и пользоваться податливыми девушками вроде Сильви? Да нет, конечно. Послушайте, старина, что конкретно вам нужно? Что вы думаете о Герране? Судя по тому, что я читал в газетах, это псих и паскуда. Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Да, у него было такси, я пользовался его услугами, и он каждую четвертую субботу доставал меня, чтобы я свозил его в клуб. Футбольный? Нет. Паршемен. Клуб свингеров в Лиле. Представьте, мне приходилось там бывать и все такое, и это тоже не запрещено законом. А Сильви вы туда водили? Смеетесь? Сильви я был не нужен. В пятницу и субботу по вечерам она являлась туда со своим партнером. С партнером? Да, с партнером. Ладно. Я оставлю вас здесь.
Если моя будущая жена узнает, что я подошел ближе, чем на 10 метров к клубу свингеров во внеслужебное время, мне не жить. Всем есть что скрывать. Но не мне. Как вы собираетесь его найти? Вы не знаете, как его зовут. 25 лет, два глаза, нос, рот. Как-нибудь справлюсь. Глупо, что не взяли машину. Как вы вернетесь? Как-нибудь выкручусь. Давайте. Да. Добрый вечер. Я бы хотел узнать... Вы с кем-то? Нет. Можно взглянуть на ваши руки? Простите. Ваши руки. Руки много говорят о мужчинах. Можете войти. Спасибо. Дня. Не знаю. Вы долго были знакомы с Сильви? 6-8 месяцев. Я заметила ее в клубе. Это мне пришла в голову идея создать дуэт. Это был способ срубить бабок. Некоторые готовы были неплохо заплатить, чтобы увидеть нас голыми у себя в гостиной. Перо, например. Что вы устраивали? Спектакль? По обстоятельствам. Вот как? Я ни с кем не сплю. Ну, редко. А Сильви хотела уйти от родителей, ей нужны были деньги, и она была согласна на все.
Я ищу одного типа, может, вы его знаете. Лет 40, белый, чистоплотный, довольно образованный, типа одержимого девственностью. Все мужчины одержимы, разве нет? Нет. Слушайте. Спасибо за стакан воды, но тут я пас. Почему вы на меня так смотрите? Просто так. Да, это ваша улыбка. Ваше лицо. У вас лицо такое же, как у моей жены 20 лет назад. Смерть Сильви, похоже, не произвела на вас впечатления. Я не смешиваю работу и чувства. Если вам нужно что-нибудь, не стесняйтесь. Прошу. Лиза, приходите в форме, обожаю это. Я верный муж. А я не болтливая девушка. И вы ничего не видели? Ничего особенного. Какой-то идиотизм. Почему? Идиотизм пойти туда и ничего не увидеть. Я знаю, что ты его знаешь. Знаю, что ты мечтаешь быть как он. Знаю, что никогда таким не будешь. Знаю еще, что когда он начнет действовать, люди увидят, что ты солгал. Кто он? Что именно мы ищем? То, что должно быть, упустили в первый раз. Знаете, что говорят в жандармерии? Да. Говорят, что на самом деле вы не хотите, чтобы дело закончилось. Если Ирман узнает, что вы копаете по линии Мутье-Перо, пойдут разговоры. Ирман не любит ворошить дерьмо, а я да. Пока я ничего не нашел, ему не обязательно знать, что я думаю. Дюкур? Судья предупредил меня, что вы много болтаете. Мне бы не хотелось, чтобы все жандармы Северной Франции знали, что у меня на обед, ясно? Ясно. Твоя мама сказала мне, что дела у тебя не очень. Мне не хватает Катрин. Вот уже 3 года, как она пропала. Знаю. Будешь и дальше ее искать? Да, буду. Боюсь, что когда ты ее найдешь, она меня не узнает. Шарлотта. О чем бы ты ни хотела меня спросить, знай, я всегда скажу тебе правду. Ты думаешь, Катрин мертва? Да. Шарлотта? Да. Вы точно не хотите? С виду неплохо. Нет, спасибо. Ей приятно вас видеть и поговорить с тем, кто ее понимает. Мне тоже приятно. Я уже целую вечность не прогуливалась с кем-то вот так. Сесиль, не надо. Не надо думать, что между нами когда-нибудь что-нибудь произойдет. Знаю. Обидно, но знаю. И
потом еще витамины Б, А, С. Сейчас принесу. И кальций? Да. У вас есть кальций? Да, у нас есть кальций. Итак, витамины, витамин С, магний, кальций. Итого 29 евро. Спасибо, мадам. Удачного дня. До свидания, мсье. Человеческий мозг. Глава 5. Мозг и память. Кто это? Девочка, ты не знаешь. Она обозвала меня пацанкой. А это оскорбление? Я не дала ей спуску, но у нее ногти длиннее, чем у меня. Да. Можно я сегодня переночую у Клары? Слушай, ты что-то частенько ночуешь у Клары. Раньше вы не были такими подругами. Ты во всем видишь плохое. Да нет же, но я чувствую, что она нам лжет. В тот раз ее не было у Клары сегодня вечером, я бы удивился, если бы она у нее осталась. Возраст. Может, у нее есть мальчик? Мальчик. Да, знаешь, тусовки, медляки, поцелуйчики между двумя швепсами. Жизнь. Да, швепсами. Она тебе рассказывала? Нет, конечно. Она уже... Что? Ну... Женщина? Она уже не девушка? Это ты у нее спроси. Боишься? Твоя же дочь. Давай, издевайся. Я это обожаю. На самом деле, раз уж и речь зашла, я придумала что-то потрясающее для нашего уикенда. Я тебе ничего не скажу. Это сюрприз. Как думаешь, ты сможешь вернуться в понедельник попозже? Нет? Сюзанна. Сюзанна, я не смогу поехать. Не сейчас. Поедем попозже, отдохнем подольше. Ладно, я не собираюсь биться одна. Если ты боишься провести 2 дня со мной вдали от своих забытых. Я живой человек. И потом, я бы очень хотела, чтобы меня хоть иногда обнимали. Что будете делать? Не знаю, посмотрим. Вы не выходите одни? Нет, нет. Это здесь. Да? Здесь? Да. До вечера.
черт! Дюкур, это Жанвье. Уже поздно, не побеспокоил? Хотел просто вам сказать, хотя это незаметно, я ценю вашу помощь. Что? Нет, я не пил. Да, шатаюсь, да, я знаю. А вот я хотел вам это сказать. Ну, пока. Да. Нет, я ничего. Сколько я вам должен? 6.50. Приходите в форме, я это обожаю. Режиссер Эрве Адмар. В ролях Кристиан Жанвье, Жак Гамблен, Оливье Дюкур, Аиса Фабьен Бусета, судья Гальбер, Уильям Наделам, Сюзанна Жанвье, Натали Безансон, Каролин Жанвье, Присцилла Атталь, Эрман, Дидье Констан и другие. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа».